Здравствуйте. Сейчас я справлюсь с микрофоном. Я спою вам песню нашего питерского автора Вадима Семенова на стихи Давида Самойлова. А вот гитару я не слышу пока. Есть? Чуть-чуть погромче сделай на ней. Ага. Чуть-чуть. Вот так, да? Называется песня «Погибшему солдату». Кто умирает дома, счастлив тот, кто умирает в поле, припадая к ветру молодому, головой закинутой от боли. Подойдет на стон к нему сестрица, поднесет родимому напиться, даст водицы, а ему не пьется, вода из фляги мимо льется, даст водицы, а ему пьется, а вода из фляги мимо льется. Он лежит, не говорит ни слова, в рот ему весенний лезет стебель, а вокруг него ни стен, ни крова, только облака гуляют в небе, а вокруг него ни стен, ни крова, только облака гуляют в небе. И родные про него не знают, что он в чистом поле умирает, что смертельно рана пулевая, долго ходит почта полевая. Долго ходит почта полевая. Выключаю. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Исполнитель» награждается Петровская Ирина, город Санкт-Петербург. От всей души вам поздравляем. Спасибо за ваше творчество. Вот, и, соответственно, который комитет маленький, такие напоминалочки об этом юбилейном грушинском. Я приглашаю Федора.